Всем здравствуйте! Сегодня будем проводить ритуал. Прям при вас решила свечки зажечь, чтобы вы видели. Вот эта свеча будет на откуп. Ну, а на эти две свечи вы должны будете смотреть на красный. В общем, ритуал состоит... Так, зажигать я буду от спичек. Вот у меня здесь. Потому что я люблю работать со спичками дома, если. А так на улице, конечно, можно даже от свечи. Это не от свечи, а от, в общем, специально там нужно зажигалки. Вот, вспомню. Так, ритуал будет у нас именно программа. Это открывать денежный канал. Благополучие, успех, ворваться потоком в вашу жизнь. Это древний ритуал на богатство, благополучие и удачу. Обращение будет у меня к духам рода. Вам не надо будет ничего делать, вам просто смотреть. И после ритуала вам просто лайк с вас и подписка. Потому что подписка, лайк, это... Обязательно подписка, лайк, знак благодарности. Так, а свечка это уже откуп. Вам не надо будет ничего делать. Я специально решила так именно. За всех, кто будет смотреть, это только для добрых, светлых людей ритуал. Те, которые делают порчи, можете сразу выходить и даже не смотреть, у вас будет работать. Это этот ритуал, именно кто делает порчи, черномагичит. У вас будет в обратку, вы будете наоборот выходить в нищету. Так что лучше не рискуйте, я вам сразу говорю. Работает мгновенно. А те, кто не делает порчи, людей не проклинает и, в общем, несет только свет и добро в этот мир, смотрите, вам будет мгновенно работать в хорошем. По-любому, как бы вам. Для вас это очень хорошо будет. Так что поджигаем свечу. Вторую. И церковную. Так. Смотрим сюда, на эту свечу. И здесь у нас идет откуп. Так, все, я начинаю, вам не стоит ничего слушать, то, что я буду здесь делать, вам только смотреть на эти свечи. Можете смотреть на эту свечу и проговаривать своими словами «благодарю, благодарю духов рода», «благодарить своих духов рода», я буду обращаться к своим. Вот. Ну и смотрите, я буду делать, читать за кадром. Thank you.
сейчас. Теперь ритуал закончен. Свеча у меня будет церковно догорать. Вам это уже не нужно будет. Это я поставлю у меня к иконам, поэтому она там должна догореть. От вас только лайк, подписка. Можете комментарий, если кто хочет, пишите. Вообще это важно, чтобы писать комментарии. Лайки. Они вообще это как тоже откуп считается и продвижение канала, в общем-то. А так больше с вас ничего не нужно. Я уже по-серьезному поставила свечу, так как у меня род священный, много было священников, я поэтому взяла именно церковную свечу и поставила в знак благодарности своему роду и всех, кто будет смотреть, и за вас тоже, чтобы это было лучше для всех вас, для добрых, светлых людей, я еще раз повторяю. Работает ритуал для добрых, светлых людей, будет вам хорошо, а те, кто чернушки, которые колдуют, ну, во вред людям, вам будет это вас вгонять в нищету. Поэтому лучше те, кто черной магией занимается, не помогать людям, а именно во вред, вам лучше не смотреть. У меня очень мощный род, и ритуал этот вам будет в тройград работать именно в обратку злым людям. А добрым, светлым людям, кто не пишет мне гадости, и наоборот благодарит, меня любит, тот мой род будет вам помогать во благо. У меня вообще все во благо ритуалы работают, в общем-то, для светлых, добрых людей. В общем-то, я людей не порчу, в общем-то, и даже этого я избегаю. В общем-то, род свой не хочу портить этим. В общем, вот так вот. Принимайте в свою жизнь богатство, удачу и благополучие. Все. Благодарим духов рода, всем, кто пришел на этот ритуал, моих духов рода и своих благодарите за кадром. Всем до новых встреч. До свидания.